Ребят, всем привет! Срочное видео. Нахожусь в Воронеже, пока точно не занесли. Смотрите, странное свечение Луны. Воронеж, еду с моря. Вот давайте сейчас глянем. Странное освещение. Просто вот с трассы снимаю. Тень, смотрите, неровно снизу подрезана. Что за фигня на Луне, ребята? Сел прям на асфальт. Смотрите, какое освещение Луны, непонятно, не полукругом, да? Сейчас тучки пока не зайдут, давайте понаблюдаем, реально фантастика. Видимость Луны шикарная. Сейчас у нас июль 2019-го. Еду, смотрите, получается, еду по трассе из Ростова в Воронеж, вот прям чуть-чуть не доезжая Воронежу. Район Новый Усмань. И вот заметил, вот нижняя часть Луны, контур, левый ободок. Посмотрите, как он освещен, а? Фантастически, ребята. То есть, не полукругом, а что, как может быть такое освещение? Слева центр, видите, как будто нет вот этого полукруга, прямая линия, а уголок внизу подрубается, смотрите, прям вот так вот ровно. Кратеры внизу видны, а вот здесь прям какая-то как бы туманность. Очень странное явление, ребята, очень странное. И вверх уголок подрезан. Вообще странное, безумно странное освещение Луны. Лето 2019. Сейчас я приближаю максимум. Кратеры с тенью. Хотя кратеры тень там видна, но слабенько, но видна немножко. Снимаю с коленок, с рук. Видимость вот такая, ребят. Видимость шикарная. Смотри, сейчас отведу чуть дальше, покажу вам тучи. Тучи, тучи, тучи. Видите, какие тучи, тучи вокруг облака. Облака, облака. Вот тут провод какой-то электрический. И вот прям в прямом эфире. Сейчас еще разочку попробую. Ну, странно, странно, безумно непонятно. Прям... Издалека видно, что вот этот уголочек как-то срезан неправильно. Я люблю Луну. Надеюсь, все хорошо. Сейчас, кстати, покажу вам закат солнца. Вот тучи, видите, какие-то пробежали. Я лично видел. Надеюсь, вы тоже видели облачка. Вот еще справа что-то набегает, набегает. И как бы исчезает. Вот они пошли, тучи, тучи. Угол, наклон Луны. Вот это странное освещение. Сейчас я выйду, я вам, знаете, что покажу? Секунду, давайте назад отъедем. Покажу, где у нас зашло солнышко. Вот отсюда. Вот оно, закат солнца. Вот розовая пелена. Если мы смотрим, смотрим, смотрим по освещению, так она и есть, реально. Но она сейчас прячет за тучки, ребята. Сколько смог, я вам показал. Очень интересно, угол освещения Луны непонятный. Заходит за тучу, за тучу. Великолепно. Будем разбираться с вами. Жду ваших предположений, может быть, каких-то замечаний. Хочу общаться на эту тему. Все, ребята. Случайное видео. Буквально из машины по трассе ехал, выскочил. Ой, все круто. Еду просто издалека. Еду, скажем, с моря. Сейчас, кстати, покажу вам красивый очень закат с розовой пеленой. Вы еще посмотрите со мной немножечко. Будет классное зрелище. Секундочку. Все, Луна скрылась. Луна от нас ушла. Секунду, смотрите. А вот он закат. Смотрите, какие облака, зарево. Безумно красиво, ребят. И вот она трасса, там Воронеж. Мы находимся сейчас с вами в Новой Усмани. Солнышко заходит, машины едут. Все, отодвигаю, показываю еще раз небо. Луна вон там уже где-то спряталась. О, кончик ее пробивается. Красота. Итак, всем удачи, пока и поехали. Бум!